конкурса «Моя семья». На Сланцевском стадионе «Шахтер» прошел муниципальный этап фестиваля ГТО «В моей семье», посвященный году здорового образа жизни в Ленинградской области. Организатором мероприятия выступил физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы». С 2014 года происходит возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» в современной России. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что комплекс ГТО – это полноценная нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Здоровым быть не только полезно, но и модно. Перед началом соревнований участников поприветствовал главный специалист сектора по культуре, спорту и молодежной политике Сланцевского района Сергей Евдокимов, после чего он провел для них небольшую разминку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Назад, поехали. Раз. После приветствия команд и знакомства с судьями участники приступили к прохождению этапов. В этом году в соревнованиях приняли участие 10 семейных команд. Программа фестиваля включала в себя 5 конкурсов. Это наклон вперед, прыжки в длину с места, легкоатлетическая эстафета, передача большого мяча на время и домашнее задание. Для этого этапа каждая команда заранее нарисовала плакат, в котором рассказывала о достижениях и увлечениях своей семьи. Внимание! Марш! Быстрее, 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 молодец! Давай, 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 давай! Быстрее, Катя! Ну еще, еще, догоняй! Целью проведения этого фестиваля является вовлечение граждан Сланцевского района в систематические занятия физической культурой и спортом, а задача организаторов – это пропаганда семейных ценностей и отбор семьи от нашего района для участия в аналогичном областном фестивале. За третье место в фестивале «ГТО «Моя семья», посвященному здоровью жизни в Ленинградской области, награждается команда «Суперсемья». За второе место в фестивале «ГТО «Моя семья», посвященному здоровому жизни в Ленинградской области, награждается семья Мизунских. Ну и победитель фестиваля «ГТО «Моя семья», посвященному году здорового образа жизни в Ленинградской области, семья Брагиных. Всем спасибо за участие. Ждем вас в следующем году.